Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня я буду готовить рыбные котлетки из минтая. А для этого нам потребуется минтай. Его мы почистим, все плавники обрежем и срежем филе. Одна вот крупная луковица и грамм 150 творога. Все, посолить, поперчить. Больше здесь ничего не будет. Сейчас мы займемся тем, что будем чистить рыбку и порежем луковицу, и все на блендере перемелим. Всегда по жизни отмечаю себе, что собираешься делать котлеты, бери лучше филе рыбное. Дома разделывать совсем неудобно. Вот так я и разделала, порезала лук, творог, сейчас в блендер и перемелим. Вот такой у нас беленький красивый фарш получился. Ну, не совсем прямо так вот тут в кашу. Ну, так, соединилось все. Сейчас посолим, поперчим. Увидела приправу к рыбе. Добавлю-ка я эту приправу. Здесь уже все есть. И соль, и перец, и все на свете. Так, вижу я, что немножко жидковатый фарш. Добавлю я буквально столовую ложку муки. Вот так, с горочкой. Не будем рисковать. А то расплывутся. Творога немножко переборщила. Поменьше надо было. И вот такие красавцы у нас получились котлеточки. Вкусные. Знаете, когда жарится вот именно рыбные котлеты с творогом, такое ощущение, что жаришь пирожки. Запах такой идет. Пирожков. Это очень вкусно. Очень-очень. Они очень нежные, очень такие ароматные, вкусные. Но единственное, добивать, чтобы густота была. Побольше, может быть, муки положите. Яйцо я не кладу, яйцо наоборот разжижает. Муки побольше положите, и все. И мне хватило одной столовой ложки, у вас может быть побольше, ничего страшного. Очень вкусно, но именно сочетание рыбы с творогом обалденно вкусно, просто обалденно, правда. Может, кому-то я напомнила, может, кто-то не знал, повторите. У нас сейчас обед, часть уже котлет у меня, конечно, Ильгиз с овощами унес и ест. Мы будем есть именно вот так с овощами в обед. Здесь практически хлебных единиц, углеводов нету. Тут, ну, мало совсем. Творог, рыба, ну, столовая ложка муки, лук, овощи. Все очень съедобно, очень хорошее. Кто боится жареное, у кого печень хандрит, конечно, не жарьте. Можно в духовке сделать, даже нужно в духовке сделать. Но на пару, конечно, мне кажется, развалятся они. В духовке, может быть. Но я с творогом всегда обычно поджариваю. И чаще всего я потом в водичке провариваю. Этот раз не стала проваривать. Они, ну, очень нежные получились. Прям, ну, очень-очень. Думаю, они у меня в воде точно развалятся. Можно какой-то соус сделать. Сметанный, например, томатный. Лечо вот он вообще хорошо пойдет сюда. Делайте. Наслаждайтесь вкусняшками. Не болейте. Будьте все здоровы. Чтобы настроение у всех было хорошее. И всем пока-пока. До новых встреч.